Большое спасибо организаторам этих соревнований, Максиму Владимировичу Жукову. Конечно, эти соревнования посвящены Всемирному дню бокса. Впереди первенство Европы у нас в сентябре месяце. Мы сейчас будут боксировать по три боя здесь, в Санкт-Петербурге, со сборными командами Кубы, Узбекистана, сборная команда Санкт-Петербурга. Большое спасибо. Я думаю, что сборная Кубы на сегодняшний день одна из сильнейших команд в мире. Вот. И поэтому мы пригласили кубинцев и Узбекистан. И с кубинцами, и с узбекскими со всеми будет тяжело, но в принципе мы закончили сбор в Высокогорье. Европа, которая пройдет в сентябре месяце у нас. Приготовиться!